В честь Дня дошкольного работника телеканал «Амурск» запускает серию сюжетов, посвященных самоотверженной работе педагогов, которые ежегодно помогают малышам делать свои первые шаги в познании мира. У каждого человека есть своя дорога, которую он выбирает и сознательно идет по ней всю жизнь. Моя дорога – это дорога в детский сад, дорога к каждому ребенку, которого мне доверили его родители. Так сложилось, что профессия педагога стала особенно важной для меня и моей семьи и породила целую педагогическую династию. Первыми и главными педагогами для меня стали мои родители. Моя мама Шевченко Зоя Григорьевна, воспитатель, почетный работник образования, начинала свою педагогическую деятельность в детском саду номер 8 города Амурска. Проработала в образовании более 50 лет. На данный момент она находится на заслуженном отдыхе, но уже взрослые воспитанники помнят ее, отзываются с теплотой и уважением. Мой папа – Коновалов Федор Петрович, музыкальный руководитель детских садов номер 2 и 8 города Амурска. Папа знакомил детей с миром музыки, открывал в каждом из них творческую личность. А для педагогического коллектива детского сада 8 он стал руководителем хора. Моя тетя Коновалова Нина Федоровна всю себя посвятила детскому саду, работая воспитателем, а затем и руководителем детского сада в селе Ходакта Улётовского района. Сейчас и я работаю воспитателем. Мне повезло, так как я отношу себя к числу тех людей, для которых профессиональная деятельность – это любимое занятие, творчество, вдохновение, возможность приносить пользу людям. Педагогическая династия – это особый образ жизни. Это любовь к профессии, к детям и умение передать эту любовь по наследству. Члены моей семьи как эстафету передают гордое знамя педагогической профессии. Мы работали и работаем в разных направлениях, но нас объединяет один девиз. Выбери в жизни дорогу и стань лучшим на ней.